Мы находимся в кабинете главного конструктора управления подвижного состава Чуканова Дмитрия Николаевича. Дмитрий Николаевич, расскажите вообще, что в вашу зону ответственности входит, чем вы занимаетесь, за что конкретно отвечаете? Я курирую все работы, которые производятся в наших КБ. Это КБ шасси, КБ компоновки. И, соответственно, вся информация по подвижному составу сосредоточена, так скажем, почти в одной голове. Поэтому все, что происходит в соседних помещениях, вот вчера у нас было совещание по грузовому транспорту. Были некоторые решения приняты, которые на первый взгляд кажутся не совсем такими правильными, но тем не менее они позволяют решить проблемы, которые на наш взгляд появятся в дальнейшем. Если эта тема развивается в том виде, конструкция, которую мы разработали, она будет использоваться, то возможно что-то по ходу дела придется менять. Поэтому вся наша работа и сводится к тому, чтобы оценить множество решений и выбрать из них самое удовлетворяющее всем нашим требованиям. Соответственно, понятное дело, что каждое утро встречаемся с сотрудниками, которые занимаются всеми этими работами. И по ходу дела происходит обсуждение именно технической стороны всей нашей работы. Вот в основном и заключается работа, чтобы координировать действия всех сотрудников. Дмитрий Николаевич, желаю вам успеха. Спасибо.